Беларуси почти на 100% выполнены планы по формированию стаб-фондов и заключению договоров с торговыми сетями. Заложено на 30% больше, чем в прошлом году. К тому же около 10 убыточных хозяйств восстанавливаются либо присоединяются к более крупным предприятиям. Более 40% населения страны планируют привить против гриппа к декабрю. В республике наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, однако велик риск наслоения разных инфекций. Что касается защиты от COVID-19, на днях Китай передал очередную партию гуманитарного груза – 2 миллиона доз и столько же шприцев. Сегодня последний день для оплаты транспортного налога. Уведомления можно посмотреть в личном кабинете мобильного приложения МНС или на официальном сайте. Те же сроки и условия касаются имущественных платежей. Квитанции пришли и тем, у кого одна жилплощадь. Нарушителям грозит административная ответственность в размере 40% от взноса. Уже на этой неделе в Беларуси ожидается мокрый снег. В прогнозах на ближайшие дни похолодание. Ближе к пятнице, возможно, гололедица. Госавтоинспекция напоминает, нужно заранее позаботиться о зимней резине, проверить фары, стеклоочистители, работу печки и систему вентиляции. В Бобруйске задержали 29-летнего местного жителя, который на даче оборудовал помещение для выращивания конопли. При обыске оперативники обнаружили оборудование для вентиляции и освещения. Изъяты кусты каннабиса, гашиш и марихуана – более 100 грамм. Фигурант задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы.